Ранним утром около Георгиевского храма собрались ученики Одинцовской средней школы номер 12 и сотрудники ГИБДД, чтобы почтить память жертв ДТП. Эта акция проводится ежегодно в ноябре. Сегодня у нас присутствуют юные инспекторы дорожного движения, которые до этого писали сочинения на эту тему, сочиняли стихи. Сегодня они обращаются к гражданам, чтобы те соблюдали правила дорожного движения, напоминают, что могут быть жертвы на дорогах. Ребята подошли к организации и проведению мероприятия ответственно. Заранее подготовили тематические плакаты и выстроились на улице так, чтобы максимально привлечь внимание автомобилистов и пешеходов. Некоторые ученики даже сочинили стихотворение. Самый главный наш маршрут – дом, школа, дом. Это каждый знает. Безопасный путь себе каждый выбирает. Вы в любой зайдите класс, все карты, схемы есть у нас. Тем самым мы показываем, что в каждом нашем классе есть карта, чтобы все могли выбрать себе безопасный путь. Школьники раздавали листовки и рассказывали прохожим о Всемирном дне памяти. Соблюдайте правила дорожного движения, пожалуйста. Мы идем по перекрестку, по перешкодным дорожкам. Цель мероприятия – почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования членам их семей. Еще раз напомнить органам власти и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан. Организаторы акции считают, что большинство трагедий можно было бы избежать, потому что главной их причиной часто становится человеческий фактор. Соблюдая правила дорожного движения, можно сохранить немало человеческих жизней. В завершение акции в Георгиевском соборе прошла панихида по жертвам ДТП. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».